Здравствуйте! Сегодня мы с вами посмотрим тему угол, прямой развернутый угол и виды углов. Итак, что же такое угол? Угол – это фигура, образованная двумя лучами, выходящими из одной точки. Если угол обозначим АОБ, то его запись будет следующим образом. Ставится небольшой угол и начинаем сверху. А, О, Б. Этот же угол мы можем назвать снизу. Б, О, А. Этот же угол мы можем назвать только одной буквой. То есть угол О. Значит, у любого угла есть стороны. Эти стороны будут называться ОА и ОБ. Это стороны. Далее, у любого угла есть вершина. Значит, точка О – это вершина угла. Далее. У любого угла есть внутренняя область и внешняя область. Итак, внутри угла давайте поставим несколько точек, назовем их X и P. Вот точка X и точка P лежат внутри угла. А точка K и точка Y лежат вне этого угла. Итак, К и Y вне угла. Значит, мы можем взять еще несколько точек, которые лежат на угле. Ну, давайте поставим точку D и точку E. Точка D и точка E лежат на сторонах угла. Итак, мы с вами рассмотрели все, что мы можем сказать об угле.